Новости спорта. 13 сентября на стадионе Станицы Ханской состоялся третий тур первого круга чемпионата по футболу среди любительских команд. Команда Кашхабльского района на выезде встретилась с командой Ханской и уверенно одержала победу над соперником со счетом 7-0. Среди игроков отличились Адам Агержаноков – 2 мяча, Мурат Мамижев – 2 мяча, Арсен Жигунов, Руслан Кушхов и Ислам Шихожев – по одному мячу. Таким образом, команда Кашихавль по-прежнему возглавляет турнирную таблицу в своей группе. В продолжении темы. 20 сентября стартовал Кубок Республики Адыгея, где от Аула Кашихавль были заявлены две команды, которые встретились в 1/4 финала. Играли команды под названием Кашихабль – Кашихабльский район и команда Интер – Кашихабльский район. Победу одержала команда Интер со счетом 7-2. С команды Интер голы забили Аслан Пиштиков – 4 мяча, Арсен Мазлов, Тимур Псиунов и Абрек Муков – по одному мячу. В команде Кашихабль по одному мячу забили Рустем Батырбиев и Асланбек Джамирзов. Мы и дальше продолжим информировать вас о спортивных достижениях района. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев. Новости Кашхабльского района.